Меня зовут Шайпов Раниф, и я дизайнер. С этой профессией я столкнулся 3 года назад и уже успел создать более 50 дизайнов графики для наклеек на кроссовые мотоциклы, разработал более 60 дизайнов спортивной формы для мотогонщиков, а также обычных футболок. Благодаря мне появилось более 30 логотипов для предпринимателей и магазинов, свыше 40 аватарок и шапок на YouTube-каналах. Совсем недавно занялся полным оформлением групп и паблика в соцсетях. Все началось 3 года назад, когда для смеха я разработал свой первый логотип презентации в школе, а уже спустя пару месяцев я впервые продал свой готовый графический дизайн. По сути, из простой шутки в итоге получилась маленькая компания, которая занимается разработкой любых дизайнов для любых нужд и целей. Могу легко сказать, я даже не думаю останавливаться.